Добрый день, меня зовут Пелевина Татьяна, я представляю компанию Кадрлайн. К нам не так давно обратилась компания ООО «Современный климатический сервис». Это одна из ведущих климатических компаний Москвы. Они осуществляют работы по ремонту и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, а также сервисному обслуживанию климатического оборудования. Доработки программного продукта 1С «Розница» базовая версия потребовались для синхронизации функционала систем с интернет-сайтом. Прием и обработка заказов, расчет проектов и условий оплаты, контроль финансовых операций. Модернизация занялась наша фирма-франчайзи 1С ООО «Кадрлайн». Разработчик предложил современные способы решения поставленных задач. Опишу доработки 1С «Розница» базовая версия и полученный эффект. Автоматизировали получение заказов с интернет-площадки в среду 1С и параллельное формирование проекта согласно введенным данным. Это создание карточки клиента, фиксированные детали заказа, установка коммуникации с клиентом. Систематизировали расчет заказов 1С с использованием прайс-листов с указанными ценами за одну операцию. Вид услуг – это вид климатического оборудования, задействованная специализированная техника, использование расходных материалов. Разработали электронные формы договоров с ООО «Современный климатический сервис» и сохранение копий в карточке клиента 1С. Автоматизировали финансовые расчеты по оплате услуг в среде 1С с возможностью разбить сумму на части и отсрочить выплату на 3 месяца. Компания осталась довольна результатом автоматизации процессов на базе программного продукта 1С «Розница» базовая версия нашей команды ООО «Кадрлайн». После доработок системы улучшилась коммуникация с клиентами, увеличилась прозрачность бизнеса и расчетов услуг.